Привет, друзья! С вами Дмитрий. В общем, сегодня в городе Когалыме интересное такое мероприятие. Проводится небольшой оффроуд заезд, и я решил на нем поучаствовать. Выдали такие интересные наклеечки. Выбрал я себе 16 номер. Когалым оффроуд, комплектация стандарт. Трасса уходит туда дальше в лес. Так, вот здесь еще одна наклеечка. Это у нас все участники. Один из говорил, раз. А у кого можно еще раз спросить, куда заезжать и как будет? Она для всех трасс одинаковая? Отсюда будет. Угу. И там все ограждено линиями полностью. То есть отсюда, потом вправо куда-то выходить, да? Там по этим. Там ленты натянут. Лента натянута. Угу. Лента не заезжать, и увидишь. Приветствую. У тебя получается лента слева. Угу. Все вдоль ленты шуруют. То есть вдоль ленты, да? Да. Ну там лесом деревья, поэтому аккуратно. Понятно. То есть там какие-то контрольные точки, да, будут? Да, получается, мы по лесу идем, выходим к речке. В районе речки, это же, там будет такой крутой разворот, это первая контрольная точка. То есть там, сказали, будет ящик? Там пузырь там... водки забирают. Да. Да. Дальше идем вдоль речки. А ему дальше уже не надо. Вдоль речки идем. Почему не надо? Получается, на просеку выходим, там будет яма, такой пригорок, и будет стоять железобетонная лэпка. Мы ее огибаем, на этой железобетонной лэпке забираем все. И все, огибаем лэпку, идем по дороге и уходим вправо в лес. Ну из леса, собственно, выныриваем уже здесь. Опять-таки по ленте уходим в сторону направо. Там через эстакаду лесочком мы сюда выныриваем. А первыми кто будет стартовать? Какая комплектация? То, что тут раз, который я писал, это стандартная. А, это стандартная, то есть для других комплектаций? А эти товарищи, у них здесь своя трасса. Ага. Вот они от бочки заезжают и туда пошли. А мы, получается, вот здесь идем вдоль автодрома. Ну. Вдоль автодрома правее держишься, и с автодрома уходишь туда, получается. Ну, то есть это гонка на время, получается, да, тоже? Да, будет? Чисто время, конечно. Ну, а то есть старт будет какой? То есть один человек поедет, допустим, по секундомеру с интервалом 2 минуты. А, 2 минуты, да? Потому что там разъехаться нереально. А, даже так? Если уж кто-то кого-то там, грубо говоря, кто-то херачит, догоняет, то лучше пропустить человека. Ну, а комплектация стандарт, как это вот подходит? То есть, допустим... Стандарт, вот, ты купил автомобиль заводской. А, понятно. Ну. Вот заводская комплектация. Это уже не заводская комплектация. Ну да, это уже лифтованная, не вот. Да. Я на голову одеть. А я и так сделал специально, ну, чтобы на голову одеть. Надо... Только что мы ехали. Ага. Я сбоку стою на машине и снимали. Да? Ну, в общем, ребят, попробуем поучаствовать. Первый раз я в таких гонках езжу. Говорят, трасса не сильно сложная, но в целом, в принципе, будет нормально. Думаю, интересно. Да вон там коней гоняют. Так, сейчас я попробую вызвонить своего штурмана, чтобы не заблудиться. А, ну все, тогда ладно, давай, жду тебя. Ага, давай. Ура, штурман уже едет. Вот такая вот у нас Нивка. Так.
Привет. Тебе предлагают на 12-ке поучаствовать. Говорят, ты проедешь там легко. Да. Ты тоже говоришь, Сереж. Ну? А? Ты знаешь свою машину лучше. Ты смотри сам. Конечно, снимаю, но... Прикалываешься, что ли? Почему? Ты думаешь, сядешь? Ну иди спроси, сейчас уже выстраиваться надо. Посмотри, ты его как-то закрываешь. Только там пенечки. Номер какой? Вот так эта машина не кидай сильно. Ага. Пенек. Номер какой на 12? 876. Да любой давай. Восьмерку. Экстрим. Все очканули на экстрим 12. Так, ладно, шоу пройдет, да? Плевкую. Разбегу просто. Ладно, только разбег. Пошли экстрим. 21-12. У тебя же на 12-ке не полтора объем, да? 1,8. 1,8. Да, так он выиграет. Выиграет? 1,8. Супер проезжал. Даже Мазда, это Шкода, да? Супер проехал. Ничего себе. Ничего, колеса не спускать или не надо? Я бы подкачал бы лучше, повыше было. Ну у тебя резина-то, смотри, классная. Почему так уверена, что она вообще не пройдет, и никакое место не зовет? Масло дали, блядь. Че, ты хочешь масло дали? Сейчас это там. Блокировки включу. Серега, надо две бутылки водки забрать. Ну там одна бутылка и вторая. Ну то есть, ну. Я пью. Да. Поехали, я тебя напрягаю. Иди быстрее, тебя зовут, езжай. Напоминает игру страйкбол. Есть карта на бумаге, кому нужна она? Да. Да. Я не помню, что-то дороги вроде. Ну, по ленте ориентируй. Так это Нера, езжай по колене, куда не денешься. В принципе, если я... Смотрите так. Есть очень старт. А? Стартуете вот отсюда, где надпись написана «Лукойл». Ну, мы сейчас собираемся по порядку, ты нас будешь обсуждать. Едете прямо, с правой стороны будет просека. По ней едете прямо и прямо, прямо, потом увидите ленту красно-белую. Ага. Она должна быть всегда слева по борту. То есть прям едете и по всей трассе. Получается, мы ленту справа объезжаем. Да. Да, вы справа едете. Лента слева остается. Две контрольные точки. Как бы получается, это треугольник. Первая контрольная точка с правым углу. Левая, ну, влево. На первой контрольной точке стоит. Главный фри. Да. Стоит горючий. Стоит главный приз и все. На первой точке забираем бутылку. Берете одну бутылку. Вот. Дальше едете. На главной точке. Сок. На финиш надо приехать. В руках, чтобы были. Короче, на финише должна быть бутылка. Вот что вы показали. Что вы там проехали, что вы там. Только берите по одному. На рюмке. На рюмке на финише. Это к Сереге относится. Только один пузырь. Все, приезжаете сюда, вот так вот, выезжаете, получается, на пешеходную. Финиш, где Денис? И берете вправо, делаете, проезжаете по кругу. Водка-то там еще стоит, вот нет, может, рыбаки забрали. Ну, да. Финиш возле машины. Водку проверил. Но там водки не пьяного там нету. В общем, на время. Денис, финиш еще раз. А? Где финиш? Финиш вот отсюда выезжаете. А стартую всей толпой. Горком, вот так, по горкам. И сюда к финишу, к машине. Скоро уже будет старт. Скоро, ребятки, старт. Один уже участник у нас приехал. Вот он на прадике. Ну, блин, молодец. Мужик. Нифига он дрифтует, ёпарасотэ он. Крутяк. Ну там, блин, мощи много, что говорить. О, Нива поехала. Самое интересное сзади будет десятка. Там будет две точки выйти, да?
Блин, телефон звонит. Едем. Вау. Ой-ой-ой-ой. То, что меня звонят там. Ой-ой-ой. Потихонечку. Потихонечку. Ребята, вы не вовремя. Ёлок красоты. Так. Чтобы тут не засесть, узковато. Узковато, узковато. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, здесь потихонечку. Поехали. Да кто ж там звонит-то, ём? Алло, Оля, я занят. Так. Тут аккуратненько надо. Аккуратненько. Так, едем. Так, притормаживаем. Так, где-то приз. Блять, мусор какой-то. Опа. Так, аккуратненько. Ну, я не знаю, тут на десятке. Так, трасса, аккуратно. Это должен быть приз. О. Блин, тут сильно не разгонишься. Ребят, видите, тут рядом приз, 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 приз. Так, выбегаем, берем быстренько. Так, водочка, водочка. О, что у нас доброе. Здорово. Едем дальше. Пристегиваемся обязательно. Дема, ремень заело. Меня уже шея ленива догнала. Ну тут, блин, опасно. Вау! Я сильно не тороплюсь, потому что... Так, оп, пенечек. Пенечек. Блядь, чё я сносит? Так. Куда? Разворачиваемся. Боже. Йо, красота.
Тут опасный участок. Так. Едем. Оп. Так, тут аккуратно. Ёпарасота. Подвесочка работает хорошо. Ну вот, короче, оффроуд — это не только бездорожье, а тут еще маневрировать надо между этих деревьев. Не пропустить, главное, второй приз. Так. Поехали. Я уже что-то припотел. Итак. Едем, едем. Тут аккуратно, аккуратно, аккуратно. Там Нива сзади догоняет. Аккуратно. Где сок-то? Вау. Йоу. Походу я не победил, сок я не увидел. Сок не нашел, только водка. На столбе, а я, может, внимания не обратил. Да, а там столик, ну ладно, ничего страшного. Так, ну ладно, трасса преодолета. Вот, наверное, Оля меня отвлекла, звонила. Только водочку. К сожалению, сока нету. В итоге я, походу, проиграл. Ну что, ребята, такой вот заезд получился. Очень интересный. Соревнования продолжаются. Трасса была очень веселая. Вот, скорее всего, победитель. Ну что? Я сок не нашел. Я тоже не нашел сок. Пиздец. Я тоже, я все смотрел, нету нигде сока, Серега. Ты тоже, да, без сока? Тоже без... Водку видно, она там, ящик стоит. Там... Сок на горочке. А, бля. На горочке. Это нормально. Бегай в магазин. Так, нормально. Березами половировать на переднем приводе. А как ты вообще там проехал? Да нормально она же идет, ты че? Да ты че? Ни хрена ты даешь. Я блокировку включил на всякий случай. Вот человек на десятке преодолел легко эту трассу. Молодец. Можно только похлопать ему. Это еще раз доказывает, что главное, как говорится, не машина, а водитель. Но у нас нестандартный.
Но у нас тоже десятка тут нестандартная. Здесь двигатель от Opel 1.8. Стоит защита также. Вот сейчас вот туда вот снег чуть-чуть забился. Дегенератор. Надо будет почистить. Ну что, все здесь засели, никто не может выехать. Ну вот, Радик сюда проезжал, вроде бы вытащили. Сейчас дальше потихоньку будет вылазить. Интересное соревнование, давно я такого не видел. Надо уходить с дороги, сейчас уже выйдут все. Трасса очень интересна, особенно в экстрим. Стандарт как-то так попроще, но все равно весело было. Я уже замерз, поехал домой, все, на этом репортаж мой заканчивается, спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч.